Морской бой – это сервер в GTA сам, но необычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов реплик. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное, на сервере нету доната, вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. На Brilliant Roleplay в скором времени появится работа пожарных. Это замечательная новость. Давайте более подробно все это рассмотрим, обсудим и вообще узнаем, как там, что и самое главное, где. Сразу можно увидеть, что интерфейсы они прорисовали прям, знаете, такие, ну, отличные. Такие, знаете, очень в стиле смайликов. Это выглядит классно. Это прям выглядит круто, потому что ты смотришь такой, о, потушно, о, заработано. И все, типа, выглядит так очень, не то чтобы мультяшная, как-то вот так по-детски, и это прям вот неплохо. Сама моделька, вот давайте перейдем к самому главному, тому, что вообще, до чего я обычно докапываюсь. Сама моделька. Моделька пожарной вот этой вот всей машины, она выполнена на удивление замечательно. Может быть, потому что сейчас такая, знаете, не солнечная погода на данном скриншоте, и в целом все выглядит нормально. Но вообще, если смотреть вот так в целом на всю картинку, то это выглядит прям, ну, круто. Очень странно, что Life Mobile ради одной вот этой вот всей новости решили выпустить вот все это. То есть, как я могу вообще все это комментировать? Что мне вообще по поводу всего этого можно сказать? И если честно, то у меня есть одна такая история. Как-то в классе, я не помню в каком, вроде бы там в начальных классах, когда я был еще таким, знаете, очень молодым, еще такой, знаете, полон сил, вот в те времена мне бы, знаете, снимать ролики каждый день в 20:00, хотя я же и начал, по-моему, в 2013 году все это делать 11 апреля, и вот как начал, так и до сих пор делаю, правда, тогда это все, разумеется, выходило не каждый день, но, тем не менее, все было, так, знаете, под контролем, круто, все, в общем-то, шло по плану. И вот мы пришли на экскурсию в пожарную часть, потому что, я не знаю, по-моему, это был даже не урок ОБЖ, по-моему, насколько я могу знать. Просто других достопримечательностей в том городе, в котором я жил, особо такие не было. Поэтому куда-то в другое место людей привезти, ну, типа школьников, подрастающее поколение, ну, такое себе. Там сказали, что для того, чтобы устроиться пожарным, вроде как нужно служить в армии. И, разумеется, уже даже в то время люди таким, знаете, большим пластом отсеялись, потому что такие, типа, служить в армии, что зачем, к чему я все это говорю? К тому, что, скорее всего, это такая, знаете, подводочка была к тому, что для того, чтобы работать вот этим самым пожарником, нужно будет, или пожарник это тот, кто поджигает, по-моему, а пожарный тот, кто тушит, либо наоборот, как-то так все это работает. Скорее всего, для того, чтобы работать пожарным, нужно будет там, знаете, получить какой-то военный билет. Я не знаю, есть ли он на других серверах, потому что на той же самой Аризоне он есть. Скорее всего, на Brilliant RP еще всю эту систему так сильно не продумали, поэтому, ну, как-то особо таки вот про все это говорить, рассказывать и так далее, ну, типа, ну, такое что-то вот прям, я даже вот не знаю в данном случае. Однако, то, как это выглядит все на картинках, оно выглядит, ну, прям, знаете, замечательно. Вот я смотрю и такой, типа, о, ну, типа, неплохо, круто, классно. А в целом, ну, типа, наверное, нужно будет посмотреть. Вообще, то есть сейчас что-то говорить о том, что вот есть то, есть это, есть пожарная машина, есть пожарные вот эти вот все прочие вещи, ну, типа, очень рано. И непонятно вообще, зачем все это делать. Потому что, ну, типа, для чего все? То есть нам показали скриншот, нам показали все, как это будет выглядеть, всю эту модельку машины, которая, на удивление, выглядит замечательно. И вообще, район данного города. Если скриншот сделан на телефоне, с телефона, хотя непонятно, где тут вот эти вот все рычаги управления, то особо непонятно. Скорее всего, скриншот с компьютера. Если вообще с компьютера, можно зайти на Brilliant RP. Хотя, скорее всего, вполне возможно, что Brilliant RP это сервак чисто такой, знаете, для телефона, для того, чтобы там чуваки могли играть на телефоне, делать все прочие вещи на телефоне. Я тут даже, знаете, особо придраться ни к чему не могу, кроме того, что гидрант,
который сзади вроде как должен быть, который там вроде как подписан, его там нету. Вполне возможно, что когда человек ехал делать весь этот скриншот и делать прочие вещи, он его сбил, и его с тех пор там не стало. Ну, разумеется, тут сейчас гадать о том, стало, не стало, был, не был, что вообще там было и так далее, это не особо, как лично мне кажется, правильно. В той или в иной степени, разумеется. Однако, ладно, Arizona, Roleplay Phoenix. Я играл вот именно на этом проекте, а сервер знаете какой был? Наверное, вы уже все знаете, если вы давно следите за моим каналом. Сервер был Phoenix, поэтому IP данного сервера, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54, а также все прочие вещи, которые вам могут понадобиться при игре на вот всем этом проекте, не на Brilliant RP, а на Arizona RP, все это есть в описании. Вы можете туда зайти, там со всей информацией ознакомиться и уже понять, я хочу там играть, или я не особо хочу там играть, или кто вообще там хочет играть. Кто хочет там играть? Напишите в комментарии, пожалуйста, если вы, разумеется, все это знаете. Спасибо, пока и до свидания.